Добрый день, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости рынка Форекс на канале InstaForex TV. С вами я, Тахмина Соломова. Черное золото сегодня сдает позиции на фоне укрепления американского доллара и в ожидании публикации показателя по запасам сырой нефти в США. Так, нефть марки Brent опустилась с максимума среды $55.20 за баррель и торгуется сегодня по $54.41. Аналитики отмечают, что до конца торговой недели цены на нефть будут находиться под давлением. Участники рынка полностью переключают свое внимание на предстоящее важное событие в США – инаугурацию президента Дональда Трампа, при этом не обращая внимания на сообщения Международного энергетического агентства о балансировке мирового рынка нефти. Однако, несмотря на это, многие эксперты уверены, что цены на черное золото будут по-прежнему крайне волатильны из-за возможного наращивания добычи сланцевой нефти в США. Это давит на котировки сырья марки WTI, которые находятся сегодня на отметке $51.49 за баррель. Рынок все же ожидает увидеть сокращение запасов сырья в США, как на то указал вчера отчет от Американского института нефти. Нефтетрейдеры будут продолжать следить за тем, как выполняют договоренности ОПЕК+, по сокращению добычи углеводорода, а пока что оценивать степень их выполнения слишком рано, как отметили эксперты. Вы смотрели новости рынка Форекс на канале InstaForex TV. До встречи!